Можно ли в Испании купить недвижимость за кэш? Ну, допустим, как в России, вы приходите и говорите, я хочу оплатить покупку дома наличными. То есть вы договариваетесь с продавцом, что вы будете оплачивать наличными, вместе приходите в отделение Сбербанка, кладете на счет продавца денег, и как только объект недвижимости зарегистрирован, ваши средства переходят к продавцу. Здесь так не работает. Вы должны покупать недвижимость только за безналичные деньги. Если вы предлагаете купить за кэш, то вас сдадут. Дело в том, что как только вы предлагаете купить объект недвижимости за наличные, здесь уже вступает закон о противодействии отмыванию денежных средств. Вы в любом случае должны будете подтвердить происхождение денежных средств. Если вы пожелали купить объект недвижимости за наличные, то тогда подтверждение денежных средств занимает гораздо больше времени, и к вашим деньгам будут присматриваться гораздо серьезнее. А самое интересное, что первым, кто побежит сдавать вас в специальные органы, это будет ваш адвокат, который занимается оформлением вашей сделки. Потому что у адвокатов есть четкая инструкция на этот счет. Поэтому, друзья мои, не получится у вас взять объект недвижимости в Испании за кэш. Забудьте об этом и советую не слушать тех, кто говорит вам обратное.